Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Амкадоры против снега. В Рязань продолжает поступать новая техника. Интермедиа с Дедом Морозом на губернаторской елке показали сказку «12 месяцев». Защищая граждан, сегодня День спасателя. В Рязанскую дирекцию благоустройства поступила новая техника – погрузчики и тракторы. И уже сразу они вышли на уборку города от снега, что называется «с корабля на бал». Вот он, новый шустрый погрузчик. Машина многофункциональная, но пока что ей доверили самый проблемный фронт работы – очистку тротуаров. Амкадор может быть также оснащен погрузочным оборудованием с удлиненной стрелой и предназначен для погрузки пескосоляных смесей в разбрасывателе дорожных комбинированных машин. В этом году на закупку техники областной бюджет направил 41 миллион рублей, городской – почти 3,5. Мэрия закупила самую нужную технику прямо сейчас – погрузчики Амкадор-211 и тракторы Кировец-К525. В сегодняшний день в дирекцию благоустройства закуплено дополнительно 7 единиц техники. Благодаря поддержке правительства Рязанской области в городе уже сегодня трудятся 5 новых амкадоров на уборке тротуаров. Эта техника многофункциональная, но в настоящий момент основной упор делаем именно на тротуары. Также сегодня проходит оформление 2 трактора К-525, которые будут работать в основном на градировании на окраинах нашего города. Впрочем, на этом пополнение общего автопарка сегодня не закончилось. В Рязань прибыла партия школьных автобусов. Все машины, по словам губернатора Павла Малкова, вместительные на 29 мест, они оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографами. Из 10 поступивших автобусов 2 оставят в Рязани, остальные отправят в районы. Участниками губернаторской елки в Рязанском театре кукол стали 300 детей. Ребятам показали спектакль «12 месяцев» и подарили сладкие подарки. Чтобы время чудес наступило, чтобы счастье пришло вам домой. Мы несем с собой радость и чудо, будем петь, танцевать и играть. Интермедия с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой. Спектакль «12 месяцев» и сладкие подарки. Площадкой для губернаторской елки уже второй год служит Рязанский театр кукол. Классической сказочной истории артисты подарили современную обработку, чтобы впечатления от спектакля остались с юными зрителями надолго. Мы взяли классический сюжет о девушке, которая идет в лес для того, чтобы там найти подснежники. Он был известен еще до революции в нашей стране благодаря Лескову, тому самому, который куковал блоху. Несколько его видоизменили с учетом различных версий и с учетом сегодняшнего дня. То есть у нас конфликт не такой, может быть, острый, как у Маршака, а скорее между хорошим и лучшим, потому что наша принцесса, она, конечно, капризная, но тем не менее очень обаятельная барышня. А теперь возвращай подснежники. Хочу, чтобы весь дворец был в цветах. Ты катись, катись, колечко, на весеннее крылечко. Летний синий, в теремок осенний, да по зимнему ковру, к новогоднему костру. История о доброте, храбрости и чуде. Подснежники здесь – аллюзия на наши даже самые невероятные мечты. Ведь если очень сильно во что-то верить, оно обязательно сбудется. Гостями губернаторской елки по традиции стали победители областных конкурсов и фестивалей, обучающиеся школ-интернатов, ребята из многодетных семей, дети-инвалиды, а также дети участников специальной военной операции. От лица главы региона Павла Малкова присутствующих поприветствовала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова. Дорогие ребята, уважаемые взрослые, от всей души хотим вас поздравить с наступающим Новым годом. Это действительно время чудес, волшебства. Мы очень хотим, чтобы все ваши сокровенные мечты и желания исполнились, чтобы в следующем году вы приобрели новых верных, хороших друзей, хорошо учились, были счастливы, хорошо повеселились на новогодние каникулы. В этом году в Рязани 3 губернаторских елки. И каждая для того, чтобы создать настроение предстоящего праздника. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».
Сегодня День спасателя. В библиотеке имени Горького службы МЧС подвели итоги года и наградили самых выдающихся сотрудников структуры. Подробности далее. Более 4000 пожаров ликвидировано, около 1000 человеческих жизней спасено. Это только часть большой статистики региональной службы МЧС по итогам года. Цифры озвучили сегодня на праздничном мероприятии ко Дню спасателя. Сегодня отмечается День российского спасателя. Исполнится 33 года. Министерству. В целом система призвана защищать граждан от стихийных бедствий, пожаров и разных чрезвычайных ситуаций. Главное управление принимает в этом активное участие. И в огонь, и в воду, когда на кону чья-то жизнь. Современная история ведомства берет свое начало с 90-го года, когда был образован российский корпус спасателей. Глава МЧС России поздравил региональных сотрудников службы видеообращением. Сегодня профессиональный праздник отмечает свыше 300 тысяч человек личного состава МЧС России. В этом году ряды ведомства пополнили 4 новые подразделения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожских областях. Наши бойцы помогают восстанавливать инфраструктуру и разминируют территории. Их служба сопряжена с особым риском. Слова благодарности за службу на мероприятии сказала и первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова. Эту профессию можно приобрести. Но важно никогда не останавливаться. И коллектив главного управления, наше подведомственное учреждение никогда не останавливается, постоянно совершенствует свои знания и навыки, как это требует времени. Сегодня мне бы хотелось сказать еще слова благодарности нашим, ну, всей нашей системе, в том числе своим муниципальным коллегам, на которых тоже лежит большая ответственность. Этот год, я считаю, что мы прошли достойно. Лучшие подразделения наградили за добрую службу. Профилактика в этом году вышла на новый уровень. Стало больше пожарно-тактических учений. На вооружение поступила новая техника. А еще для подготовки населения в области гражданской обороны создали 211 учебно-консультационных пунктов. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Спасском районе прокуратура наказала браконьера. Было установлено, что один из местных жителей в начале декабря на озере Большое Петровическое ловил рыбу запрещенными средствами. Хитреца поймали с поличным. Теперь за нарушение требований закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов он ответит строго по закону. По данному факту прокуратура района в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в правоохранительные органы направлен материал проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения отдел полиции по Спасскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района. Спонсор программы «День города» – выставка продажи «Край рыбы Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока возле торговых центров «Премьер» и «Круиз». Сотрудники управления Росгвардии по Рязанской области поздравили учащихся подшефных классов с Новым годом. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции Росгвардии «Дед Мороз» специального назначения. Подшефному классу Росгвардии и Дед Мороз должен приходить свой, росгвардейский, такой же задорный и добрый. Однако сегодня наказы у него другие. Прежде всего, встретить Новый год безопасно. Потому и рассказывают ребятам, например, как правильно запускать фейерверки. А после профилактической беседы – веселые старты. Конкурсы у ребят были непростые. Помимо стандартных, на меткость и скорость, школьникам предстояло пройти задание по сплоченности команды и тест на тренировку вестибулярного аппарата. Победила, как водится, дружба. На базе 38-й школы действуют три подшефных Росгвардии класса – 5-й, 6-й и 8-й с литерой «Б». Чем с Росгвардией уже 4-й год, и уже 4-й год сотрудники приезжают сюда поздравить наших кадетов с Новым годом. Сначала это был один класс, потом два класса, сейчас уже три кадетских класса находятся под их чутким руководством. Третий подшефный класс появился не так давно, в сентябре этого года. Это самый младший. Однако задачи перед ребятами те же. Наравне со старшими их обучают военно-прикладным видам спорта, а чтобы закрепить свои навыки, для них проводят военно-патриотические мероприятия.
Сегодня мы провели акцию «Дед Мороз» специального назначения, поздравили свои подшефные классы с новым 2024 годом, значит, провели веселые старты, посмотрели, как наши подшефные классы умеют быстро, ловко, умело выполнять все задания, поставленные учителями. В завершении встречи Дед Мороз и Снегурочка подарили школьникам подарки и пожелали интересных и безопасных каникул. С отчетным концертом выступил хор Регенского отделения Рязанской православной духовной семинарии. Регенское отделение и Казанский монастырь 25 декабря представили отчетный концерт хора отделения «Мироносицы» под руководством Натальи Вольвач. Песнопения уже традиционно звучат в стенах Казанской обители. Для студенток, исполняющих церковные песни, стены эти уже стали как родные. Причина простая. Программа обучения у студентов включает как теорию, так и практику. Притом проходит она именно в этом храме. Девушкам нравится петь вообще вот эти произведения. Произведения подбирала я сама, да, соответственно, конечно, возможностям прежде всего смотрели из того, что было, потому что хор сначала был совсем маленький. Потом немножко пришли помогать нам иллюстраторы, и уже более выстроились у нас произведения. И последние произведения мы добавляли буквально вот за три занятия учили, за четыре занятия. То есть так немножечко, ну, хотелось, потому что девушкам нужно, конечно, выступать, практика. Помимо богослужения, хор участвует в различных конкурсах, где оттачивает свои навыки. Однако главный экзамен, самый волнительный, проходит здесь, в этих стенах. Девушки рассказали, что готовились к нему больше 3 месяцев. В программу вошли преимущественно рождественские песни. Конечно, какие-то вещи, которые не получились, знаем их только мы, а не зрители. Вот. Но мы старались, конечно, максимально сегодня выложиться, чтобы не подвести в первую очередь преподавателя, людей, которые пришли на нас посмотреть. Репертуар у нас хороший, новый, опять-таки. Вот выбирала Наталья Ивановна, но нам он всем тоже нравился, когда на хоре их разучивали произведения. Вот. Ну, все произведения соответствуют нашей тематике. Воспитанницы изучают церковное пение, сольфеджио, хороведение, дирижирование и множество других предметов. Все это в будущем позволит им трудиться в церкви на клиросе. Настоятельница Казанского монастыря игуменья Анна отметила, что хор создавался именно для учебной работы. А уже необходимые навыки церковного хорового пения могут получить даже девушки без музыкального образования. Духовное пение, церковное, хоровое, оно очень много дает нам и настраивает на молитву, просвещает нас духовно. И девочкам, которые поют в хоре, это прежде всего учеба для них. Потому что мы в хор приглашаем и профессиональных исполнителей, чтобы они видели ориентиры и знали, к чему стремиться, к чему тянуться. В завершении концерта игуменья Анна поблагодарила учащихся Регенского отделения и руководителя хора за их труды и пожелала совершенствовать приобретенные навыки, являющиеся результатом трудолюбия и молитвы. Выставка продажи икра и рыбы камчатская работает на этой неделе в особом режиме. Во-первых, приобрести продукцию можно даже 31 декабря, а во-вторых, сразу по 2 адресам у торговых центров «Премьер» и «Круиз». Это финальная ярмарка в году. Красную икру и рыбу можно не подавать на праздничный стол, а закупиться впрок и заморозить до Рождества. После разморозки продукты не теряют вкусовых качеств и полезных свойств. Рыба такая красненькая, беленькая, вкусненькая, солененькая, приятно. К Новому году надо будет что-нибудь. Я покупал здесь несколько раз, вот, к тому же здесь рядышком живу. Я сюда перед завтраком, то есть она на завтрак ем, вот, она приятная и на запах, и солености, и потом для питья. Это очень хорошо. Вот. Ну и, витамины, микроэлементов много здесь. Вот. То есть чувствуется. Каждый Новый год стоит встречать по-особому. В рекомендациях к празднованию 2024-го астрологи как один прописывают меню. Стоит отказаться от мясных блюд в пользу морепродуктов. Дракону по сердцу любые дары океана. Здесь на выставке продажи можно подобрать разнообразные угощения для самых взыскательных покупателей. Белорыбицу мы взяли. И копченые, что там, к Новому году. Я, как вам сказать, не то, что морепродукты. Я особо так не ем. Я больше такой речной рыб, потому что сам я рыбак. Более речной такой наш рыб ем. Ну, а это вроде к праздничку, вроде как у дракона. Колбаску вроде не будем. А вот рыбки попробовать решили. Нарезочки.
Да, на рилочку попробовать. Копченая и малосоленая рыбка 35 видов. Белорыбица, палтус, тунец и чевыча. А также красная икра, без которой новогодний стол представить сложно. Все это можно приобрести по двум адресам. У торгового центра «Премьер» и у торгового центра «Круиз» до 31 декабря включительно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv, а также в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Встречай Новый год с камчатскими деликатесами. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 25 по 31 декабря. Рязань. У входа ТЦ «Круиз» и ТЦ «Премьер».